прекрасно в нас влюбленное вино, и теплый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано сперва измучившись нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей под холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять обречены идти все мимо, мимо. Так мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Так некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства.